Дорогие саратовцы, меня зовут Сергей Дмитриев, и я поддерживаю акцию телеканала «Саратов-24. Твори добро». На этом фото молодая женщина, мама двух девочек, 5 и 9 лет. Недавно ей поставили диагноз «рак молочной железы 4-й стадии с метастазами в печени». Ольге Сухоруковой всего 33 года, и у нее есть шанс на жизнь, если мы поможем ей. Диагностировали рак поздно, но врачи дают оптимистичный прогноз. Необходим дорогостоящий препарат и обследование в зарубежной клинике. Цена лечения – 2 миллиона 300 тысяч рублей. У семьи Ольги скромный достаток. Проживает в однокомнатной квартире. Если вы желаете помочь ей, номер счета на вашем экране.